Ну что же, сейчас честное продолжение обзора такого вот душа походного, который включается в 12-вольтную розетку автомобиля от прикуривателя. И работал хорошо, пользовался один раз. Один. От слова один. Значит, и это было летом. Полгода назад просто попробовал, один раз выкачал 5 литров воды и все. И потом положил до удобного случая. Удобного случая не было. Летом сейчас я готовлю комплект для автодома и хотел подключить его, не работает. В один блок питания, в другой не работает, не качает. Пришлось разобрать, разбирается несложно. И вот он полностью заржавел. Туда попала вода после одного раза, и все. Ну, не то чтобы все, он полностью заржавел. Я его сейчас смажу, соберу. Возможно, он запустится. Не могу точно обещать. Не знаю, как эта ситуация пойдет дальше. Но были закисли вот здесь во втулке, и вот здесь полностью закисло во втулке. Ну, я вытащил, соответственно, сейчас смажу, и крутиться он будет, но не сгорел ли он к тому времени, как я же его включал. Ну, вот такое качество. Поэтому обратите на это внимание. Теперь при сборке собираться будет в обратной последовательности. Я обращу внимание на все соединения. Здесь оно все на резиночках. Кроме всего прочего, еще пройду специальным силиконом. Хорошим автомобильным, черным. Ну, у нас самый лучший, как в обыкновенном автомагазине, это вот такой можно, Виктор Рейнс, Рейнзасил, неплохой. Но вот изначально вот он в таком качестве идет, поэтому будьте внимательны или сразу это сделайте, просиликоньте все, или будьте готовы вот к такой ситуации, когда он просто после первого, ну понятно, что он, если вы постоянно будете работать, он после первого раза не выйдет из строя, туда вода попала, он или замкнет, сгорит, или заржавеет, закоксуется, сгорит, но приготовьтесь вот к таким последствиям. Поэтому как бы идея неплохая, а результат вот такой. Это такой интересный обзор, продолжение обзора, потому что на самом деле вещь хорошая, но, как оказалось, бесполезная. Лучше купить что-то, наверное, фирменное, или откажут в самый неподходящий момент. Обратите на это внимание.